Во многих церквях сейчас молятся о погибших. На ступенях храма Христа Спасителя в Москве появился крест из зажженных свечей. 224 по числу жертв авиакатастрофы в Египте. Там же у входа верующие оставляли цветы и поминальные записки. Траурная акция в память о тех, кто уже никогда не вернется, прошла по благословению патриарха. Эта трагедия, конечно, потрясла меня и мою семью. И хочется как-то утешить молитвой тех, кто остался без своих близких, которые так рано, много там было молодых людей, много было детей. И помоги, Господи, этим людям найти в себе силы. Мы все молимся, мы все плачем. Опять же, повторяем, мы все скорбим вместе с родственниками, семьями, тех, кто потерял своих родных и близких. Наши люди, наши соотечественники, наши братья и сестры.